приветствую в Кремле. Еще раз поздравляю с избранием. Я очень рассчитываю, что с приходом нового президента Украины отношения между нашими странами приобретут качественно иную динамику. Задачу свою я вижу, чтобы отношения Украины и России сделали крутой поворот, правильный. И чтобы мы выполнили ту задачу совместно, о которой мечтают народы и Украины, и России. Почти все. Можно не молчать, расслабиться. Я еще раз всех Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев с российской стороны и президент Украины Виктор Федорович Янукович. Я хотел бы отметить также, что для России Украина... А что касается НАТО, я много раз на этот вопрос отвечал. Украина как европейское внеблоковое государство будет строить свои отношения с НАТО в соответствии с национальными интересами Украины. И так будет всегда. Поезд, который привез бы ветеранов. Но мы этот вопрос обязательно проработаем. Посидите, посидите пока, посидите. Посидите.